Участники детского танцевального коллектива «Ритм» Кохтлоярвского культурного центра вернулись из Москвы, где проходил 6-й международный фестиваль «Во имя мира на земле», который проводится в рамках гуманитарного проекта «Дорогами памяти, дорогами мира», посвященного Году российского кино. Директор культурного центра Кохтлоярве Светлана Короткова пришла встречать ребят и их руководителей Инну Васильеву и Асю Селецкую. Наш коллектив стал лауреатом второй степени на этом престижном конкурсе, который проходил на сцене Московского государственного института культуры. В этом фестивале-конкурсе принимало участие более 10 тысяч человек разного возраста, представляющие различные жанры искусства. И стать его лауреатом почетно. Дети в возрасте от 9 до 12 лет получили диплом первой степени. Дети в возрасте 11-12 лет, а также группа 15-16 лет получили дипломы второй степени, рассказала телеканалу «Литес» Светлана Короткова. По ее словам, другой танцевальный коллектив культурного центра Кохтлоярве «Радость» побывал в Академии современного танцевального искусства Санкт-Петербурга, которая пригласила юных танцоров поучаствовать в мастер-классах. В таких поездках дети знакомятся со своими сверстниками из разных стран. Между ними складываются дружеские творческие отношения. Они узнают историю и культуру соседнего государства, имеющую богатые традиции. Дети эстонского города получают хорошую возможность себя показать и других посмотреть, добавила Светлана Короткова.